My cheeks are flushed. It's if I were kissing him. How shameful. He almost convinced me. Не чтение монолога, целое представление. Семиклассница Настя Зражевская с отрывками из пьесы Евгения Шварца «Дракон» сумела удивить судей. Взяла в театральной студии платье, вжилась в образ главной героини Эльзы. Как тут поверить, что английский язык школьницы не родной и занимается на им только последние 5 лет своей жизни? Дома мне иногда просят сказать что-нибудь на английском. Ну вот, скажи что-нибудь, ну вот что ты выучила. Но я как-то не могу так сказать. Мне надо вот именно диалог. Я летаю обычно летом в Америку, у меня папа там живет. Вот. Я разговариваю обычно там. 9-летняя Анастасия Мамонтова с семьей летом тоже едут за океан. Отдыхать. Вот где девочка попрактикуется. Английский она учит 2-й год усиленными темпами. 2 занятия в неделю в школе, еще 2 в студии. Но задание Олимпиады, говорит, заставили не на шутку призадуматься. Было там одно задание, когда я правда задумалась. А там давались буквы, и нужно было из этих букв, из всех, составить название вещи. Вот. Я только одно слово составила. Все задания ориентированы на уровень школьной программы, утверждают организаторы. Дети, которые учатся на твердую 4-ку или 5-ку, смогут справиться с тестами. Разговорная часть судей тоже радует, как и то, что ежегодное количество желающих принять участие в языковой олимпиаде увеличивается. Прирост этого года 500 школьников. Детям очень нравится, они очень серьезно и ответственно относятся. И надо сказать, что результативность из года в год повышается, и качество вот этих мероприятий тоже повышается, потому что дети лучше говорят, мы это отмечаем. Я думаю, сейчас жюри подведет итоги, уже сообщаясь между собой, будет видно, что качество произношения детей растет от года в год. Результаты Олимпиады фонетического конкурса городские школьники узнают в апреле. Награждение приурочат ко дню рождения Уильяма Шекспира. Алена Лепкалова, Денис Лугов. Программа «Город».